Всем привет, и вы на канале Мистер Ретро Мобил Дан. И сегодня будет обзор на телефон Samsung SGH-E700. Это моделька 2003 года выпуска. Телефон полностью новый, полностью рабочий. Ну, у него есть вот камера, дисплей. Вот тут у него разговорный динамик. Это второй дисплей. Есть в нем клавиатура и микрофон. Снизу у нас разъем под зарядку. Сбоку у нас кнопка фотоаппарата. Сверху ляшновка у нас, сбоку у нас под наушники, кнопка громкости. Сзади у нас вот такая вот штучка, которая снимает заднюю крышку. Телефон поддерживает одну сим-карту. Сейчас я ставлю сим-карту, подсоединю его на проводки и запустим. Сейчас что-то не то пошло. Включаю. Ну, вот появилась заставка Samsung. Ну, динамики работают. Все зергут. Приветик, мамуля. Ну, приветик. Вот, Киевстар уже увидел. Меню. Заходим в меню. Сообщение, смс-сообщение, ммс-сообщение, голосовая почта, шаблоны, вещание, настройки. Состояние памяти, журнал звонков, пропущенные вызовы, входящие звонки, исходящие звонки, удалить все, продолжить звонок. Стоимость звонков. Ой, я ошибся, это продолжимость звонков. Настройка звука. Звук звонка, звук сообщения, выкл питания, звук соединения, звук клавиатуры, поминутный звук, режим без звука, настройка телефона, привет, сообщение, дисплей, язык, безопасность, автодозвон, боковая клавиша, режим факса, активация ИДА, сброс настроек, органайзер. Новое напоминание, календарь, список дел, часы, будильник, калькулятор, конвертер, таймер, секундомер. Услуги сети. Это у нас переадресация, запрет звонков, ожидание вызовов, выбор сети, идентификация, WAP-игры. Услуги www. Мультимедиа, мир Java, игры, фотокамера, фото и отправить, мои фотографии, мои альбомы, удалить все, настройки, состояние памяти. И тут разваги, погода, гороскоп, спилкувание, музыка, игры, развагы, картинки, новины, та информации, Киевстар, допомога. Ну и все, обзор на сегодня закончим. Кому понравилось это видео, ставим лайки, подписываемся на канал и нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пишем на комментарии, в комментарии, какой телефон еще записать завтра. Ну и все, всем пока-пока.